Всем добрый день. Сегодня в очередной раз приехали в Пятигорск. Прошли по своему маршруту. Ну, здесь, наверное, тоже, скорее всего, был какой-то источник. Но он законсервирован. В общем, как сюда поднялись. Беседки у Лаарфа. Отсюда вот мы спустились. Хочу дальше показать город Пятигорск. Сегодня погода прекрасная у нас. Тепло, ветра нет, птички поют. Что может быть лучше? Да замок какой-то прям. Кстати, машину вот туда поставили, около беседки. Все-таки с парка цветника тяжело подниматься. Видимо, какой-то санаторий здесь. Запах хорошо, да? А здесь источник есть какой-то, да? Здесь внизу есть. И здесь вот при лечебном центре. А можно сюда зайдете, проход, за? А то я там... А вы... там стаканы у контролера спросят. А, ну как обычно, да. А то я прочитал, если только санаторий Виктория, там глава что-то запретила просто набирать вы водичку. Не говорите, скажете с Лермонтовым, да и все. А, ну понятно, хорошо. Смекалка нужна русская. Пойдем сюда, поднимемся, водички попробуй. Пошли. По этой стороне мы ни разу не ходили. Я смотрю, женщины идут с водичкой. Просто поинтересовался у них. Ой, птички как поют. Вот здесь мы, кстати, ни разу не были. Санаторий имени Михаила Юрьевича Лермонтова, лечебно-диагностический корпус. Вход по предъявлению курортной книжки или по паспорту. Продажа билетов на экскурсии. Вот водичка. Ты будешь водичку? Сейчас я зайду, попробую водичку. Ну пошли, попробуем водички. Thank you.
источник номер 29. Режим работы бьет с 7 до 8.30. С 12.30 до 13.30, 17 до 18. Буровая 29, академическая, 1962 год, тип воды. Углекислая, сероводородная, сульфатная, гидрокарбонатная, хлоридная, натриевая, кальциевая, кремнистая. Ой, еле прочел. Аниоты, катиоты, сухой остаток. Так, показания для внутреннего питьевого применения воды. Хронический гастрит с нормальной секретной функцией желудка, неосложненная язвенная болезнь, так, колиты, этиология бесконсти к частым обострениям, холецистит, ну и так далее. Хронические панкреатиты, болезни обмена веществ, сахарный диабет, ожирение, подагра. Ну, короче, от всего лечат. От всего лечат. Дай, Машуня, я попробую, что за водичка. Сейчас мы попробуем. Привкусом вода. Лечебная. Она такая должна быть. Ну что, пойдем дальше? На, держи. Ой. Что ты, ой? Устала? Да. А что ты устала? Мы еще практически нигде с тобой не гуляли. Только поднялись. Здесь мы еще ни разу не были. Я уже говорил, что здесь очень много санаториев лечебных. Кстати, в зимнее время даются скидки хорошие на путевки санаторно-курортного лечения. Так, здесь администрация санатория. Санаторий имени Михаила Юрьевича Лермонтова. Вот можно бесконечно сюда в Пятигорск приезжать и всегда находить какие-то новые места. Вот, место для курения. О, главное, отдыхающий побежал. Черный кот. У меня такой раньше был. Это 9-й корпус. Термотерапия, галотерапия, озонотерапия, герудотерапия, озонотерапия. Вот от чего лечат? Оксигенотерапия. Бронхит, астма, ишемия, лечение, мигрени, депрессия, улучшение памяти, сна, настроения, сжигание жира, детоксия, ну и так далее. Все читать не буду. Озонотерапия, питание,
сердце, лечение сосудов, зрение, лечение позвоночных суставов, связок. Вообще-то интересно прочитать. Коррекция морщин, растяжек, целлюлита. Ерудотерапия. Лечение медицинскими пиявками. Лечение варикоза, тромбофлебита, лечение атеросклероза, гипертония, лечение миома, аденома, спаек, лечение мистопатии, эндометриоза. Ой, вообще-то. В общем, здесь побываешь, отсюда уедешь здоровым человеком. От всего лечат. Время работы по будням с 12 до 5 вечера. И телефон. Здесь мы не были с тобой в машине. Смотри здесь, как, какой санаторий красивый. Здесь рынок. Вспомнил я эту дорогу. Да, оттуда снизу поднимаешься и поднимаешься как раз. Да. На бульвар Гагарина. Вот бульвар Гагарина впереди. А здесь рынок. В общем, сколько ни бывает в Пятигорске, всегда ты будешь находить новые какие-то неизведанные места. Жизнь дана один раз, и прожить ее надо на курорте. Нормальное, хорошее изречение. Я согласен, на все 100%. Что жить надо на курорте. Еще одна киска. Тоже отдыхающий. Да. Вот, наверное, главный вход. Санаторий имени Михаила Юрьевича Лермонтова. Так, магазин здесь. Добро пожаловать. Корпус 1, 9, 10, банкомат есть. Что же не знаю, ты че? Так, магазины, пром и прод товаров, магазин мерчая, сувениров, парикмахерская, фитобар. Так, источник номер 7. Очень множество здесь источников. Почему бы здесь и не отдыхать? Во-первых, поправить свое здоровье. Во-вторых, подышать хорошим воздухом. Машин здесь мало. Банкомат, Сбербанк. Служба приема размещения администрации. Ну там мы уже были.
Пятигорска. Здесь у нас Российский социальный государственный университет Пятигорск. Центр дополнительного образования и подготовки кадров. Множество здесь санаториев, везде они. Машук. Здесь столовая. Номера 1450 рублей. Проживание, питание, лечение. Добро пожаловать. Ну, я думаю, это не очень дорого. Стоянка есть. В общем-то, на море поехать, если по сезону. В том году я ездил 1500. Ну и там комнатенка просто. Что там, две кровати было. Тумбочка и телевизор, который брал только первые программы ОРТ. А здесь все-таки питание, лечение и плюс проживание. Так что всем советую приезжать к нам в Ставропольский край, на Кавминводы. И можно хорошо отдохнуть, поправить свое здоровье, попить лечебной водички. Вот еще один санаторий. Вот здесь мы в том году были, как раз вот отсюда мы спускались. С беседки Олуарфа. Даже ходят здесь автобусы. Вот железнодорожный вокзал. Провал. Парк Цветник. Держа полный, наполнен автобус. Курортное бюро, Ингушетия, Грозный. Ну, давайте. В тот раз мы в Ессентуках брали. Ага, спасибо. Турфирма Машук. Горная Чечня. Грозный, Аргун, Домбай, Эльбрус. Лутау, мать гора, ущелье здоровья, Архыз, Цейское ущелье, Куртатинское ущелье, Даргыз. Экскурсия. Экскурсия. Да, мы сами на машине приехали, сами проедем. Так, ну и на этот источник мы уже не будем заходить, дорогие друзья. Уже воды мы напробовались. Сюда, наверное, мы зайдем уже в следующий раз. Смотрите мой канал. Это питьевой
бювет, источник номер один. Но здесь мы в том году водичку пробовали. На этом нас сегодняшнее путешествие заканчивается. И уже мы будем собираться домой.